А что ты пахнет, зараза? Иди жопа. Ты что тут забыл? Вот это я обосрался, конечно. Да я тебя тоже, блядь! Я не могу! Чё-то загрыжикал. Ой, Эдисон! Заходи, подписывайся на канал Фаннимена, он действительно угарный и позитивный летсплейщик. Только попробуй не засмеяться, потому что он выдавит из тебя улыбку, даже если ты грустишь или у тебя нету настроения. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу снайперскую дуэль в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией снайперов. Только благодаря вам мы и продолжаем снимать эту рубрику. Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос. Чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий снайперскими битвами будет выходить у нас на каналах. Даже не нас. Да, Эдисон, мне кажется, что нужно уже начинать. Поехали. Ну что, Жека? Мне кажется, нужно рассказать нашим зрителям. Да, давай, рассказывай. Ну, ребята, в первую очередь мы с Жекой поменяли карту, потому что, ну, на той карте нам уже надоело играть, мы уже знали все нычки, поэтому было скучно. А тут мы пока ни черта не знаем, но смотри, какие у нас крутые снайперки, да, Жека? Да, у нас, ребята, новый мод на оружие, называется он Фланс, если кто, кому интересно, чтобы вы сразу задавали наших лишних вопросов. Вот, ну что. Ну что, Жека, давай, рассказывай, мне прям интересно. Я боюсь, я пока эту карту очень плохо знаю, поэтому я боюсь, что мне сейчас сразу... Знаешь, как тут палиться можно, потому что у тебя снайперка на спине висит, поэтому сразу можно заметить, где она торчит у тебя. Да? Да. А мы сразу решим, до сольки мы играем. Мне кажется, нужно до трех побед. Ой, Жека, сейчас решим, если мы друг друга будем быстро убивать, потому что, мне кажется, тут снайперки будут намного точнее, чем, ну, в прошлом вот этом. Да, думаешь? Да, я так думаю. Хорошо. Ты меня уже спалил, да, наверное? Нет. Да что ты говоришь, Эдисон? Что ты говоришь? В смысле спалил? А, значит, ты меня тоже уже спалил, да, Жека? Да, да, я тебя уже спалил, Эдисон. Давай без этих рашей сумасшедших. Эдисон, я боюсь. Жека, я твой ник вижу почему-то, поэтому... Да? Да, ты что-то не выключил. Я сейчас спросил перед серией, ну ты говнюк. А я этого не вижу. Да, типа ты меня не видел. Типа ты не знаешь, где я, да? Типа нет. Конечно. Я-то не знаю. Да, это да. Ты знаешь, где я. Да. Так, я тебе прям лобешник смотрел, поэтому, Жека. Чё ты мне говоришь? Ну блин, так где честно, ты меня видел, говню. А сейчас я уже вообще не знаю, где ты, поэтому. Да, ну ладно, хорошо. Ты меня обманываешь. Ты меня обманываешь, Эдисон. Ты меня просто обманываешь. Жека, мне стрёмно, ты меня сейчас заражишь и все, мне жопа будет. Да? Да. Жек, давай без этих рашей, пожалуйста. А с чего ты взял? Я тебя. Ну, не знаю. Потому что ты на меня бежал, как бы я видел. А, да? Блин, ну ты спалил всю мою тактику! Так, зараза, ладно, иди сюда. Кстати, у нас еще хп здесь не регенится, поэтому нам нужно... Говнюк! Так! Иди сюда! Как ты меня убил, зараза? Ноускоп. Прикольные снайперки. Я обосрался. Ой, ну ладно. Это было прикольно, окей, погнали еще. Ой, давай. Ну что, Эдисон, ты готов отходить еще раз? Ой, ну давай посмотрим. Давай. Да, я готов, Жека, я готов. Давай без вот этих ражей. Ну хорошо. Я просто хотел как бы ваш эффект неожиданности сделать, но что-то как-то. Так, зараза. Так! Что-то как-то не получилось неожиданно сделать, честно говоря. Не получилось? Не-а. Эдисон, выходи. Да я вышел уже, я уже смотрю на тебя, вот смотри, вот видишь, я ручкой машу тебя, видишь, Жека, видишь? Нет, что-то, честно говоря, не вижу. Так, мне нужно понять, как эта снайперка вообще работает, как она стреляет, то я что-то лоханулся капут просто. Ну, на самом деле, знаешь, она стреляет не совсем, как в реальной жизни, то есть вот я, где прицел есть майнкрафтовский, там она и туда она и стреляет. Ага, то есть не так, как предыдущая, да, прям в точку стреляет. Ну да, она когда вблизи, прям в точку, а так она маленькая отдача.
есть. Я не знаю, где ты. Мне страшно вообще выходить, потому что Жека сейчас опять со спины где-то зайдет. Блин, а если ты опять на то же... Блин, если мы спрятались на одной и той же стороне, мы можем с тобой сейчас рядом вообще стоять? Может быть, не знаю. Так, интересно, где ты спрятался, не можешь сказать? Нет, не скажу тебе. Хотя бы с какой стороны? Не скажу. Ну, с другой там. А, с другой? Да, не на той, где в прошлый раз. Не на той, где в прошлый раз. А, Жека. Что-то меня это не успокаивает, если честно. Меня это вообще не успокаивает. Меня не успокаивает то, что я тебя еще ни разу не видел. Я тебя тоже как бы ни разу не видел еще. Вот. Вот оно шо. Так, Жека, мне это не нравится уже. Хотя кто знает, может, я уже и видел несколько раз. Да? А может быть и нет. А может быть, да. А может быть и нет. Мне очень страшно. Мне очень страшно. А может быть, видел. А может быть, нет. Так, ладно. Надо тебя выслеживать, Джека. Надо выслеживать. Да, мне нужно выслеживать, Эдисон. Ты меня тоже выслеживай. Да, я тебя тоже выслеживаю. Выслеживаешь? Ну, хорошо. Внимательнее, Джека, внимательнее выслеживай. Хорошо, Эдисон. Я тебя очень сильно внимательно выслеживаю. Очень сильно внимательно, да? Очень сильно внимательно. Очень сильно, ну, давай, ладно. Договорились. Ты не ослышался, да. Очень сильно внимательно, это хорошо. Я тоже выслеживаю, но ни черта не вижу. А может, ты вообще где-то на кране, а? Вот я даже кран почему-то не чекал, если честно. Ни разу просто. Да? Да. Может быть, я и на кране. Твою матушку. Шо? Я, если честно, тебя, Эдисон, видел. Да? Да, ну это странно. А ты не слышал, как я по тебе стрелял? Нет. Я думаю, ладно, раз не заметил, не буду говорить. Ай, зараза! Вот сейчас слышал. Так. Ой. Жека, мне страшно. Мне тоже страшно. Жека, мне страшно! Ты знаешь... Алло, ты что, возле меня где-то? Может быть... В смысле? Жека, не пугай меня, пожалуйста. Эдисон, ты вылазь. Где ты, зараза? Так. Жека, я вообще не знаю, где твое честное слово, вообще не знаю. Да я тоже не знаю, Эдисон. Я просто так на рандомочку стрелял, не переживай. Ну да, на рандомочку. Да, на рандомочку он стреляет, конечно. Ну, да. На рандомочку он стреляет, да? Ну что, если так и будет, там... Говнюк! Спалил! Так, я тебя тоже убил, Жека! А ты тоже умер? Да. Спас! Жека, я все это время там сидел, тебя видел много раз. Жека, так нечестно. В смысле ты меня убил? Как ты меня убил, алло? Вот так вот. В общем-то, 2-1, ребята, 2-1. Ой, четырёха. Ладно, давай. Ну, Эдисон, как дела? Ну, как? Пока очень плохо, Жек, пока очень плохо. Так, да? Краны, надо чекать краны. Где Жек? Да, краны нужно чекать. Надо внимательно краны чекать, мне кажется, Жек опять там. Чё, ты по мне вообще не попадал, как я понял, раз ты меня видел с самого начала? Да, я тебе по тебе 2 раза выстрелил, пока там этих в подземельях каких-то бегал. Да, я даже не слышал вот. Это. Вот, снайперка не такая простая. Я таким понял. Так, меня бесит то, что я тебя убил, потом ещё ты меня как-то убил. Чё-то как-то странно. Да. А я даже не заметил, что я тебя убил, честно говоря. Если ты мне не сказал, я бы даже так и не заметил. Вот. Думаешь? Понял, да, Эдисон? Угу. Что? Ладно, допустим, мне послышалось. Чё послышалось? Послышалось. Чё послышалось? Алло, рассказывай, Жека, давай. Чё послышалось? Да не важно, Эдисон, не важно. Всё это важно, Жека, всё это очень-очень важно. Жека, где тебе что послышалось? Скажи мне, пожалуйста. Как так, другу. На кране вроде бы тебя нет. Нету, а может есть. А может быть есть? А может? А может быть есть. Жека, мне прям очень страшно.
Я думал, я слышал тебя над собой, я в этой серой буске сидел, ты понимаешь? Ты крыс закон... Жека, я требую реванш. Прям я требую. Я под тобой летел. Ты этот грашер конченый, алло. Кто, кто-то по шерсти ходит. Ай, паскуда. Жека, я требую реванша. Прям требую. Хорошо, Эдисон, давай. Ну шо, Эдисон? Жека, мне... Я уже фактически выиграл, правильно, Эдисон? Мне не нравится эта новая карта, это новая снайперка, Жека. Слушай, а мне нравится. И твои рашпланы какие-то. Я проигрывал, да, тут мне нравится. Эдисон, не получи, мне так страшно очень сильно. В смысле, меня что, уже увидел? Нет, ты... я наоборот, ты молчишь, а не я, я-то не молчу. А, я думаю, неужели Жека меня уже увидел? Да, увидел. Увидел? А ты зараза? Да, блин, нет. А ты зараза, Жека, ладно. Ты чё, я не видел, Эдисон. Все, наглая ложь. Жека, не молчи, пожалуйста, рассказывай. Да чё, я не молчу, Эдисон, я не молчу. Все нормально. Расскажи, ты, мне... Расскажи мне что-то интересное. Ты, главное, стой там, где стоял, понял? Ты, главное, не переживай. Да, хорошо. О, Эдисон торчит. Смотри на него сейчас. Торчу? Да, торчи. Ну ладно. Ладно, торчу, но не стреляй только в меня, пожалуйста, если я торчу. Торчок. Сам ты торчок, алло. Так. Ты куда-то... Непонятно, да? Где ты? Торчу я. Эдисон. Ну, выкладывай все свои тайны. Ничего я не торчу. Блин, такая огромная карта, что я так не знаю, куда смотреть. Ну... Ага, то есть раз я себя смеешь, значит ты меня видел, да? Да, конечно. Нет, я по поводу карты как бы смеялся. Да. Куда бежать, куда смотреть, непонятно. Непонятно. Я вот офигею, если сейчас на кране ты еще сидишь, тебе кран пока что не чекал. Да, я на кране, Жека. А, да? Ну ладно, хорошо. Да, ты прям угадал, Жека. На кране. Вот тебе на кране... В смысле? Как мне тут? Вот прям, внимательно посмотри, Жека, внимательно посмотри. А где ты? У меня такой вопрос, алло. Так, у меня тот же самый вопрос мучает, на самом деле. Ну... Твою так, мать. Где же ты можешь быть? Твою-то мать, Жека. Со своими раш-планами это такое, знаешь? Да? Чё, меня по-моему, нормально. Ну, по-моему, нормально. Да ничего не нормально, хоро меня рашить, Джека, дай мне выиграть! Еще хотя бы разочек, пожалуйста! Ну ты меня один раз это убил. Ну и ты меня убил, так что это не считается. Ну как бы, да не, нормально. А я добавлю, зараза! Иди в жопу! Ты шо тут забыл? Вот это я обосрался, конечно. Да блин! Я тебя тоже! Я не могу! Чё ты за грязь, Жека? О, Эдисон! Что-то кто-то у нас сегодня дубат! Подожди, 4-2! 4-2! Ты понимаешь, я тебя видел на протяжении всего грёбаного раунда! Я стрелял раз 10! Почему я ни разу не попал? Я просто бегал по всей карте! Он тебе бегает, ему вообще посрать! Не стоит на месте! Ой, конченый Жека. Ладно, Жека. Что прикольно, понравилось. Последний раунд, давай, последний раунд. Давай, последний раунд. Ах, Эдисон, ты готов? Ты готов проиграть еще последний раунд? 4-2, Жека. Мне не нравится, потому что ты уже понял, какая-то снайперка работает, а я еще нет. Так нечестно, Жека. Да, Эдисон, все нормально, все хорошо. Все хорошо, все спокойно, хорошо. Да, все, ну на этот раз я не буду тебя рашить, так уж и быть. Ну хорошо, давай. Давай, нормально, как настоящие снайперы, хорошо? Ой, кто-то меня в прошлый раз говорил, что ой, Жека, крыса, Жека, крыса, нет. Ну, крыса, когда полчаса стоял на одном месте и ждал меня, это такое. Да блин, ты знал, где я нахожусь, я боялся выходить. Ну ты тоже сейчас знал, где я нахожусь, но как бы я выбежал на тебя. Нет, я как бы не знал, где ты находишься, я просто на рандомку бежал. Ну когда уже меня, когда уже меня увидел, так что... Ну, в самом конце, да. Так, что мне делать? Жека. Эдисон. Так,
Я прям чувствую, что он сейчас меня опять заражит. В очередной раз, как обычно. Что-то такое тоже, да, есть такое предчувствие, что со мной то же самое произойдет. Я тебя еще ни разу не рашил. Хотя не один раз. Так, я вроде смотрю внимательно, никого не вижу. Да? Да, прям вообще никого. Он точно внимательно смотришь? Вот прям настолько внимательно, сколько могу. Так. Ладно, раз я тебя не вижу. Жека, у меня такой вопрос. Ты случайно не накраден где-то? Нет? Если даже хорошенько подумать. Да. Да? Ты спалился, мне кажется. Да? Да не. Собака. Дед. Ты что, меня увидел? А, стоп, ты меня сейчас не видел, да? Ладно, хорошо. В смысле, нет. Ты просто нет. Сказал, типа, блин, ты на кране, ну я такой, ну ладно, убегу с крана. Я думаю, бегу, ты типа меня целишь, же стреляешь. Да, если бы я видел то, что ты там, я как бы уже тебя убил, а не предупреждал. Мужик, убегай, потому что я тебя сейчас убью. Ты что, дурак? Ну я решил убежать оттуда на всякий случай. А то как-то это. А то как-то страшно. На кране сидеть. Я этот. Джон Уик. Джон Уик, ага, нифига себе, ну ладно. Да блин, где ты? Я уже по всю карту оббегал, куда ты забыл? Гай говорит, не будет тут ражен, не будет. Да блин, ты меня спалил, что я на кране? Точнее, да я даже не знал. Я убежал с крана, теперь бегу по всей карте. Круто. Сейчас по всей карте побегать. Да блин, да как тебя по-другому найти-то? Нереально. Мне просто хорошая чиночка, Жек, очень хорошая. Ты вообще за пределами карты сидишь? Ну нормально, как бы сижу. На карте. Да? Ну ладно. Не. Все нормально, Жека. Все сидится, все как должно быть. Ой, Эдисон, где да ты? Что? Куда да. Мне бежать? Я. А. Да где ты? Где ты был? А здрасте, где это было? Вот тут. Подожди. Я по всей карте пробежал, вот я отсюда такой бежал. Такой, здрасте, и так сверху, здрасте. А подожди, я тебя не с одного удара даже убил. Ну просто, Жека, ради интереса, ну. Во, сейчас убил. Ой, Эдисон, ну короче, ты призван официально нубасом, я официально снайпер. Ну, ты вспомни наши первые серии, когда я тебе три игры подряд разрывал в 3-0, в 5-0. Тогда просто ещё я был молод, понимаешь, теперь я уже... Да, я, подожди, я привык к этой снайперке, поэтому... Вот, видишь, уже начал привыкать, Жек. Ладно, поэтому готовься к следующей серии. Все, пойдем прощаться, давай телепортируйся ко мне. Жек. Такой, здрасте, и ну ладно, смотришь на меня сверху, такой, здрасте, я такой, ну, привет. Давай, иди, задвигай свою телегу. Да, ребята, ставьте огромные пальцы вверх, если хотите видеть новой серии снайпера на новой карте с новыми оружиями. В следующей серии я другую пушку возьму и просто буду спамить выстрелы в тебя. Поэтому, Жека, и ребята, ставьте огромные пальцы вверх. Чем больше лаг наберем, тем больше серий будет выходить. Давай, Жека, давай. Такой дождик пошел во имя Эдисона. Да. И, ребята, не забывайте писать ваши комментарии и пишите, нравится ли вам эта рубрика, ведь мы каждое видео снимаем только ради вас. Поэтому, ребята, огромное спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока, давай, ребята.